смотрю перезаливу, хочу пожрать все, все ведь начиналось с Андрюхи. Почему вы, дядя Юрий, купили дом на Андрюхе, только зарплата? Ну, значит, ты смотришь, у Андрюхи есть дом. Ему есть где жить, а дяди Юрия не было. Ну, ребят, ну тут, ну как тут? Вот? Андрюха, салам, расскажи о своей первой интимной близости, во сколько лет, с кем? Да он уже рассказывал. Да я рассказывал, сколько вам рассказывать, ребят. Юрий, да, даже, говорите, вам, даже вопрос, я... по-моему, так же задал. Да? Правочку, что ли, дай пить. А, ребят, да, кстати, насчет, да, там, интимной, да, я вот... Звонит маме, не знаю, кто так, откуда телефон. Таинственная незнакомка. Ну, бывшая моя первая жена, но от которой... Кто? Которая мне подарил. Да, сын она мне подарила. У меня сыну 25 лет. Что, в натуре? Да. У тебя сын есть? Да. Да ладно. Да. Я даже девчонкам, вот когда день рождения здесь было, рассказывал. И Аленке рассказывал. Они даже, да, я говорю, удивились. Натуре? Да. Я... Она как-то телефон матушке звонит. Как Андрюша? Я впервые слышу. Да. Нигде он? У меня сыну 25 лет. А где он? В Рязани. Не в Рязани сейчас. Серьезно? Да, а что ты думал? Так вот, вот это поворот. Ты думал, я по пьяни рассказывал ложь провокации? Да я вообще не слышал, что ты рассказывал. Димка знает, я по стриму говорю. То ли я не помню такого просто. Ты не знал. Не, я знал, что у дяди Юры есть. А у тебя первый раз слышу. Ты что, женат был? Да. В Казахстане еще, елки. У меня сыну 25 лет уже. А что вы развелись-то? Что развелись-то? Да она запила, короче. Что ты с Аленкой развелся? Она запила ее. Ну и я скажу, запила. И я потом запил. И все, расстались. А вы знали, что у Андрюхи есть сын? Я вот не знал. Лайк, все расписали, все развод туда, ну. Мне уже сын обещает приехать. А где это космос? Где? Ивановская область, где? Ну, обещает приехать. Как зовут его? Максим. Уже год едет. Да. СМС-ки шлет. Ну, а жену как зовут? А? А жену как зовут? Марина. Не, вы серьезно, вы хоть раз слышали, чтобы он говорил, что у него сын есть? Я... Ребят! Я, конечно, может, я что-то проехал. Димка, когда был стрим, я всегда говорил, вы должны быть в курсе. У Димки стрим, когда был на хате, я всегда говорил. Ты удивишься, но ты и есть сын Андрюхи. О, понял, нахуй. Он давно рассказывал. Я вот отвечаю, я вот, ну, либо не помню, либо не слышал. Ну, я вот до сих пор думал, что у нее еще и женат был. Ну, я поэтому сейчас и удивился, ёпта. Я думал, ты в курсе. Ну, тебе Димка, да? Говорил. Да, и... не. Что с дядей Юрой, как у него дела? Честно, я не знаю. Спасибо аноним, на ход ноги, ёп. Надо еще это, на мах руки, ёп. При этом, когда у дяди Юры день рождения? В мае, насколько я помню, поздравлять будем. Сейчас Андрюх придет, он помнит все эти даты. По-моему, 24 мая у него день рождения. 20-го? Сейчас Андрюх придет, мы у него спросим. Он должен помнить. Надоели с этим Серовым и дядей Юрой. Ну, дядя Юра, а вот про Серова, я знать нихуя не знаю. Вы меня спрашиваете.
Ну, в принципе, как и про дядю Юру. Я к нему съезжу, проведу, там что-нибудь поесть, прикуплю ему, и все, и уезжаю. Кажется, 25 мая день рождения. Спроси у Андрюхи дату рождения сына. А, сейчас придет, спросим. Где твоя новая девушка? Он в чате сидит. Мониторит. Мониторит плохие сообщения. У дяди Юры когда день рождения? Май. Да я понял. 21. 21? Никто не угадал. 21. Да я помню, да, что-то... 21. 21, 24, где-то. Ну, в 20-х числах. Да, Ю. Так, а этот? А сегодня... А сегодня... Сын, у тебя какого года рождения? 25 лет, считай. 90... Понял. Короче, как девочек кадрить? Научи. Кадри. Молодежь, да. Передай молодому поколению опыт в этом деле. Ты, видимо, качком был ранее. Сами понимаете, мне не 20 лет, не 30, 55 уже, ребят. Баба Ягодка опять. Ёлки-моталки. Андрюха интернет сломал. Да-да-да. Последние вот 2 года люблю очень тихо. Ну, не тихо, а как. Ну, громко я имею в виду. Коротко говорите, ребят. Не... А вы, о, расскажи историю там туда-сюда. Ребят, я истории рассказывал 5 лет назад, тыры-пыры там туда-сюда. А вот сейчас уже за 50 лет мне, да, ребят, ну, 6-й десяток придет. Я люблю мало говорить. А кто мало говорит... Куда Серый пропал? А вот у него и спросите, когда он выйдет на связь, где он был. Где ж ты, моя ненаглядная, где Вола, где, Вола, где, там, где синички поют. Андрюха, сколько лет с женой прожил? Ребят, лучше... Ну, ладно, скажу. 6 поганых лет, господи. Да, 6 лет. Бля, почему я-то об этом нихуя не знал? Ты еб... Последний. На чекушку, Андрюхи, понял. Чё ты все? Ты выпил, ты её, вот столько там в бутылке было. Славик, ты на самом деле молодец, Андрюх, поддерживаешь, так бы где-нибудь обоссанный валялся. Тут хоть поддерживай, хоть не поддерживай, думаешь, такого не бывает, что ли? Мяу! От души тебе же! Киски смурные. Ты что там, перепил? Все, я нахуй. Андрюха, давай тоже я водки попью нахуй. Не вопрос. Вон ты где пропадал, деньги копил, ёпта. Мне жарко стало что-то нахуй. Насчет Кобзона сейчас? Да, насчет Кобзона. А? Дуй на меня нахуй своим перегаром. Ну что, ребята, вы там? Все работает, да, Слав? Ребят, давайте пожелания нормальные передавайте, да, ребят. Ёлки-моталки, я... Сколько лет я с вами, ёлки-моталки, а? Уже, наверное, 8-й год, да. Я хочу просто добра, ребят. Давайте. Ладно, ладно. Спасибо за донат. Спасибо. Ну что, ребят, я так думаю по стопочке, а чё бы нет. У нас всегда идет как-то... Когда вот стрим идет в любое там время, в любое время, там полчаса, обязательно, чтобы было все окей по стопочке. Чего? Я думаю, ты... Пошутил, ты тоже стопку сейчас можешь? Ай, Дзен, вообще, ты просто не представляешь, как я тебе благодарен, отвечаю, ёпта, прям. Все, я же зачесался, весь, ёпта. 5к отдай, Андрюхе, почему 5-то, ёпта, я побольше дам. Наконец-то и на твоей улице праздник наступил, Малорик. Согласен, согласен. Да он просто... Вы не представляете, как он мне вообще помог, ёпта. Ну, если по сути взять
всю эту ситуацию. Новую машину купишь. Ага. Сейчас он завтра побежал. А Тойоту куда он денет? Мне продать, что ли? Как он дроида дело с паспортом? И как дело у Сереги Пятака? У Сереги Пятака, это вот к нему вопрос, и с паспортом тоже к нему вопрос. Как у тебя с паспортом дела? Ребят, у меня с паспортом, ну, не буду матом выражаться. Фигово, короче. Никак не могу, елки-моталки. Ну, я ездил, ребят, раз в 6, наверное, в каком, в 21-м году. Уже все отдал, фотографии, все. Вот приезжайте, будем решать, что будем делать. И ребят, когда последние дни ездил, да, не пил даже вообще. Такое бывает, с похмелья встанешь под глазами. Я, по-моему, себе еще и беседку поставил уже, ёпта. Это, как говорится, мечты сбываются. Все твои мечты и... Конечно, ну, я допою, а до конца не буду. Все твои мечты осуществились разом. А дальше это не про тебя. Кайфуй, братан. Я, по-моему, уже кайфую, братан. Сначала от алкоголя, а потом от твоих донатов. Рик не дупляет ситуацию. Если бы он дуплял, он бы сейчас ва... Ты дупляешь ситуацию, Андрюх? Какую? Вот эту вообще всю происходящую. Вдупляю. Как ты не вдупляешь? Вдупляешь? В чем дело? Вообще, ребят, я в шоке. Вообще у нас... Я вообще в шоке. Я же вам говорю, я даже... пришел сюда. Куда сюда? Ну... Машку соблазнять надо? Нет. Такая у нас работа.